Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике я хотел бы вам рассказать об очень интересном приложении, и называется это приложение PandaVPN. А также отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store. А на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, не у каждого приложения есть подобное. Но также перед началом самого видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на мой канал, ведь меня смотрит большая аудитория без подписки. Подпишитесь, мне будет очень приятно. Ну а на этом мы начинаем сам видеоролик. Итак, при входе в приложение у нас открывается вот такой вот интерфейс. Интерфейс довольно-таки несложный, разобраться в нем проще простого. Сейчас у нас вылезет такая небольшая рекламка, но это все мелочи, конечно же. То есть дальше мы можем выбрать сервер, то есть сервера во всем мире есть раздел. Дальше самый быстрый сервер на выбор локации тоже. И сама основная кнопочка такая красненькая. Вы тут можете включать, активировать сам VPN. То есть тут трудностей вообще никаких нету. То есть смотрите, чтобы выбрать сервер, вам либо необходимо посмотреть рекламу, либо оформить подписку, то есть что-то из этого. То есть вот как-то так. Дальше мы можем выбрать ее через сервер через другую функцию. То есть просто выбираем, допустим, Россия, Germany, China. То есть, впрочем-то, тут сложностей вообще никаких нету. Они, конечно же, под VIP-кой. Вот у вас все подписаны на VIP, то есть вы к ним подключиться не сможете, потому что они только с VIP, с этим, с VIP-кой. То есть привязаны к VIP, без нее у вас доступ закрыт к ним. Подключиться очень просто. Нажимаете на кнопочку, вот где у вас VPN, такая красненькая кнопочка. Просто нажмите на нее и все. То есть у вас уже будет подключение к VPN. Тут, кстати, тоже легко все делается. Идет загрузка, 5 секунд ждем, и выскакивает такое вот уведомление запрос на подключение. Приложение PandaVPN пытается установить VPN-соединение, чтобы отслеживать трафик. Это запрос принимает только если вы доверяете источнику. Нажимая кнопочку ОК, у вас напрямую идет подключение к VPN-соединению. Я сейчас подключаться не буду, если подключить меня остановится запись видеоролика. Мне сейчас ни к чему, я вам показываю чисто для примера. Ну, также, конечно, хотел бы вам сказать, если вы что-то не поняли, если вдруг я что-то не сказал, то просто возьмите, напишите мне ВКонтакте, в комментарии под этим видеороликом, и все, то есть, напишите мне, я вам обязательно постараюсь что-то объяснить, что вы не поняли, то есть, как-то так сделаем. Ну, а на этом я буду завершать сам видеоролик. Спасибо всем тем людям, кто смотрел его до самого конца. С вами был ProGamer, всем до новых встреч, друзья. Увидимся в следующем видеоролике.